Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня хочу, друзья, поделиться с вами новым проектом. Проект зарубежный ADS 4 Masters. Вот как-то такое вот у него название. Проект находится на предстарте, то есть объявлен преланч. Вот этой серии RepShare плюс PTS. Ребятки, я не знаю, как он выстрелит после старта. Но пройти мимо, естественно, я не могла. Вот делюсь с вами. Запуск, день старта, 17 ноября. Всего участников. Так, выплат нет. Ничего нет. Здесь до запуска, как бы, 13 дней идет отсчет времени. Значит, здесь они что говорят? Так, ADS4 Masters предложит возможность предварительного запуска, чтобы все новые участники могли зарабатывать больше после присоединения. Запуск рекламной акции 10% заработка на AD-пакет в первые 24 часа после запуска 17 ноября плюс бонус за регистрацию в размере 25 центов. Значит, здесь будут AD-пакеты. Минимальный пакет здесь $1. Плюс просматривать ежедневно 5 серфингов. Это серебряный план. Ну а золотой план тут, конечно же, $50. Ну и серфинг нету. Ну, здесь вот это, мне вот эта запись ни о чем. Вот минималка на вывод вроде как $3. Давайте перейдем к регистрации. Так, кликаем регистрация. Так. Значит, имя. Прописываем логин, почта, два раза пароль. Давайте напишем Елена, почта, имя пользователя. Так, у меня. Так, логин. Почта, пароль. Вставляем пароль. Так. Подождите, пароль введите. Так, пароль, введите пароль еще раз. Так, Радисон. Проверяем имя, почта, логин, пароль, еще раз пароль. Ставлю, ребятки, галочку надо поставить. Господи. Регистр. Так, успешно создано. Что у нас? Так, ну ладно, сохраним. Спасибо, ваша учетная запись успешно создана. Вы вскоре получите начальный бонус 25 центов. Вот они. Начальный бонус появится на вашем счету лишь после того, как вы выберете процессор оплаты. Понятно. Давайте войдем. Вот не знаю, наверное, логин. Войти. Угу. Значит, что они тут? Присоединиться к Facebook. Наверное, так. Сейчас посмотрим. Закройте эту вкладку и нажмите значок вверху, чтобы присоединить наш Facebook. Ну, у них есть, да, друзья, группа на Facebook. Вот на этот значок кликаем и попадаем к ним на Facebook. Я кликнула присоединиться, естественно, потому так как проект зарубежный, мне нужны будут новости и читать информацию. И это закрытая группа. Ладно. Далее, что у нас здесь? Значит, давайте будем разбираться. Здесь вот у меня поставлен, видите, язык русян, Россия. Но тут как бы ничего такого не...
не это самое. Значит, сразу находится партнерская ссылка на домашней страничке. Так, это кассовый остаток заработок комиссионный. Здесь будет отображаться наша статистика. Далее что? Здесь купить АД-пак. Видим $1, $50. Это я покупать пока ничего не буду. Я чисто посмотреть. Значит, это уже после будет. Я пока ничего покупать не буду. Так, что у нас? $1. Касса заработок, комиссионный процессор. Это мы будем с процессора, естественно, пополнять. Ну и здесь как бы количество. Понятно. Так. Новости. Где у нас здесь? Добавить средства биоотпак. Сначала добавить средства. Это что? Так, где у нас кабинет? Вот кабинет. Так, мой АД-пакет. ПТС, здесь вывод. Вкладочка. Пока нет. Примечание. Вы еще не выбрали свой секретный вопрос. Давайте кликнем здесь. Посмотрим, что это такое. Так. На это нужно выбрать контрольный вопрос и ответ на него. И кликнуть обновить. Это вы уже сами сделаете. Это я уже после тоже сделаю. Профиль. Значит, установить аватар. Имя, фамилию здесь. Выбрать платежную систему. Это опять же таки, это я все после сделаю. Выбрать страну. Какая. Так. Это я не знаю. А, это номер телефона, наверное. Ну, адрес, я думаю, не обязательно. И обновить. Те сами, кто захочет присоединиться, ребятки, погуляйте и посмотрите, и заполните. Безопасность. Вот это, наверное, и есть секретный вопрос. Ну да. Так, активность. Успешно вошли. Ну это... Ладно. Здесь сообщение администратора. Значит, финансы. История. История платежей. Запрос снятия. Снятие истории. Перевод баланса. Далее рекламка. Здесь, значит, что можно и рекламить. Это еще, друзья, и рекламная платформа. Значит, баннеры. Добавить. Доступные средства 2000. Название. Сколько показов. Количество. Баннер. Далее здесь баннер выбираете. Какой? Ссылочка на баннер. Вот сюда. Так, баннер. Да, вот сюда ссылочка. Здесь будет прямая, реферальная. И выбираете, какой вам надо баннер. Угу. И представить. Ну, далее, видите, да, при регистрации видно вот столько количества показов. 2000. Так. Это реклама. Баннеры... План рекламы. Еще ПТС АДС, серфинг АДС, старт серфинг. Ну, это также просмотрите. Так, это реклама. Инструменты. ПТС просмотр. И вот здесь вот такая вот рекламка, ребятки, уже есть она. И можно просматривать. Ну, давайте... Куда здесь кликать? Заработок. Просмотр.
Так. А, вот. Кликните здесь, чтобы заработать. Кликаем. Угу. Вот смотрим, загружается шкала у нас. Идет рекламка. Давайте подождем. Вот здесь письмо пришло. Наверное, возможно, может, адрес надо подтвердить, не знаю. Сейчас обождем, немножко осталось. Так, я заработала, все. Заработок перечислен на ваш счет. Я могу закрыть это окно. Все, закрываю. Угу. Таким вот образом, значит, мы будем просматривать. Так. Подождите, просмотр. Мой ПТС. Это, наверное, наша рекламка будет. Угу. Так, далее вот я просмотрела, видите, сколько я просмотрела. Так, инструменты рекламы. Рекламные баннеры. И здесь предоставлено предостаточно баннеров. Вот. Так, инструменты. И здесь будут отображаться рефералы, то есть партнеры, которых мы пригласили. Также здесь вот есть такая фигня. Можно написать сообщение и отправить. Так. Вот. И что? Обзор. Вот, вот сюда кликнула, и я попала вот на домашнюю страничку. И здесь также старт серфинг можно. 5 объявлений вот этих. А, старт серфинг. Это пакет покупать, ребятки. Вот. Это будет доступен запуск 17 ноября. Доступно это все будет 2% в день. Ну, неплохо. Посмотрим. Видно будет. Будем покупать, не будем пакеты покупать. Надо еще информацию просмотреть. Смотрите. Back to account. Это я просматривал. Дайте-ка еще. А вот идет старт серфинг. Гляньте, вот что. За 5 рекламок надо просматривать. Видите, такая капча здесь. Убираем глазок. Дальше. Я не знаю, но это будет оплачиваться будет. Это я так понимаю. У кого будет пакеты. Вот 5 рекламок. Это я вам просто показываю. Вот тогда, как бы, чтобы нам шел доход. И вот здесь аккаунт баланс, друзья, написан. Видим, да, вот вверху. Вот заработок. Если мы кликнем сюда и выбираем. Гляньте, мне уже на перфекте надо ставить, заполнять эти самые платежные реквизиты. Здесь кассовый остаток. Также комиссионные. Вот как-то так. Кому, друзья, интересно, присоединяйтесь. Но неинтересно, пройдите мимо. Даже хочу глянуть почту. Что у меня там на почте? Видео затянулось, уж извините, нет. Ничего у меня на почте нету. Потом я проверю папку спам. Вот. Ну, в принципе, на этом все. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. Обязательно погуляйте по кабинету, изучите все. Вот, ну и естественно на Facebook присоединитесь. Будут вопросы, вот здесь можно задавать вопросы. Ну или в группу на Facebook. Пока-пока.